Ситуация в Сорске выглядит так. Котельная уже была запущена в работу, но сегодня ее пришлось приостановить, и работу котельной, и подачу воды, но менее чем на час. Температура в отопительных приборов в домах у людей вновь снизилась. Произошло это по той причине, что оборудование отработало в сутки, и необходимо это по плану провести техническое обслуживание, что и сделали специалисты. Буквально пол второго сегодняшнего дня котельная вновь заработала. И что еще нам рассказали, сейчас тепло подают в дома людей, но температура достигает все равно всего 46 градусов, потому что обнаружены на теплотрассе новые порывы. Сейчас здесь находятся специалисты Государственной жилищной инспекции. Они проверяют, насколько в домах у людей холодно или тепло. Также министр строительства и ЖКХ, глава города и его заместители. Ну и все сотрудники котельной делают все возможное, чтобы ситуацию привести в норму. Обнаружено два порыва на сетях. То есть один мы обнаружили, это в колодце частного жилого дома, и сейчас он блинуется. И второй порыв – это на самой теплотрассе между двумя колодцами. Завтра будем вскрывать грунт, соответственно, экскаватор будет работать, люди будут работать. Почистим, найдем порыв, порыв ликвидируем, либо трассу будем перекладывать, либо бандаж наложим, ну там по месту уже сориентируемся. Вот. После этого утечки не будет, я думаю, что котельная войдет в параметры, соответственно, проблем никаких не будет. Мы сейчас разговаривали с подрядчиком, еще два новых котла у нас появится, приход на следующей неделе в среду, соответственно, 7 дней монтаж одного котла, 3 дня монтаж второго котла. То есть через 10 дней у нас появится уже и вспомогательное, и резервное оборудование, и вообще мы весь вопрос снимем, так что можно не переживать, все на контроле и все в работе.